я зацепился за один фундамент, зацепился интересной находкой. Вот такой вот екатериновский пятак. Итак, ребят, всем привет! У нас ночные выходы начинаются. Сегодня открываем сезон в большой компании. Сколько у нас получилось? 6 машин, ребят, приехало. Приехали поздно. Да, Серый вот хвастается своей нашивкой. Поиск 63. Почему у меня такой нашивки нету? А ты еще не заслужил бы. Ах, ё-моё. Ребят, у нас сегодня несколько комрадов новых. Лопатой по жопе, что ли? Которые сегодня соизволили к нам приехать. Завтра еще несколько людей приедет. И я только начинаю свой сегодняшний видеосюжет. Новые. Александр. Вот он. Александр Петров у нас выиграл приз. Это очень шикарная деревянная тарелочка. Именно Христос воскрес к Пасхе. Жена отжала уже, да? Да. Так, затем у нас Дмитрий Же. Тоже у нас один из новичков. Сегодня знакомство за шикарным столом. Ребята, стол у нас шикарный тем, что вот этот вот говнюк, вот этот... Вы его знаете. Вы не видите. Да, не видите. Это, ребят, у нас Серега. Серега Наумов. Вы его часто видите, он и снимает классно. О, блин. Смотрите, еще страшилка. Ну ладно, вы, может быть, его еще увидите. Это у нас Русик, который на камеру у нас не появляется. В общем, сегодня в дружной компании. Ты на меня, Сережа, на меня свети своим фонарем, а то не видно. В общем, дружная компания собрались. Тут интересно то, что, ребята, по секрету, наверное, всему свету, кто меня видит, здесь все спалили. Здесь, ребята, прошли пожары, все фундаменты оголились, и мы сегодня будем ходить по верхам. Если верховые сигналы будут на фундаментах, то мы, может быть, зашурфимся. Так что сегодня будут у нас уже находки. Ну а сейчас, ребята, мы будем отмечать небольшое такое, знаете, ну, дата, ребята, дата, да. Вот. И у Илюхи был день рождения. И мы решили день рождения его отметить на открытие именно сезона. Мясо, шашлык, ну и горячительные напитки. Так что вон он, ребята, вкусняшка у нас готовится. Ох, что за мясо? Свинина. Вот, так что мусульмане, ребята, извините, но мы немножко поедим мяса. Похулиганим, да. Всевышний не видит, мы спрятались его, как видите, под ветками, да. Под ветками нас не видно. В общем, вступление, ребята, сделал. Значит, находки у нас какие-то будут. Очень рад, то, что люди собрались, и достаточно дружная такая активная компания. И находки у нас будут. И я также сегодня, ребята, несколько камер, в частности, сейчас снимаю на новую камеру. Руки трясутся без штатива, так что, может быть, и будет расплывчато. Но сегодня несколько камер буду испытывать. Одну дам Сереге, потому что Серега у нас один из фартовых, очень много копает интересных находок. Пусть снимает на Соньку 300. Это тоже одна из дорогих камер моих покупок. Вот. Кто у нас тут новый? Рустик, который у нас не афишируется. Потом Санька, молодой комрад, это сын Илюхи. В общем, классно. Девчонок у нас сегодня нет, чисто мужская компания. Без девчонок сегодня будем отдыхать. Стол чисто мужской. Выпить, закусить. Так что не обессудьте, кто есть из вас критики, что мы чисто бухаем, мы чисто, мы ребята, отдыхаем. Блин, много говоришь, да. Пойдем уже, Саня. Да? Да, ребят, уже к столу зовут. Ну, некоторые любят, ребята, послушать, кто любит чего. Вот, так что извините, давайте к застолью, ребята, по рюмашке,
за встречу, за здоровье. Так что погнали. Итак, ребят, у нас было условие, кто первый найдет монету. И у нас первый, как обычно, Серега Наумов. Недалеко ушли. Да, вот машины стоят. Ну непонятно, что. Что звенело? Звенело прям четко, прям пи-пи-пи-пи-пи. Значит, царь. Ну, ты бы лучше звук знаешь. Ну, чистый царский сигнал. Копеечка, значит. Да. Ребят, ну, фундаментно копаемые именно медная царская копейка. Ладно, чуть позже, наверное, почистим, посмотрим. Серега, короче, ну, у нас было условие, кто откопает первую монету. Мы пьем штрафную. Сережа. Да, что-то проглядывается, по-моему, царь. Копейка царская, ребят. Вот, пацаны, там он ходит еще. Вот, так что первая царская копейка. Классно, классно, классно. Слушай, ну после пожара мы здесь наковыряем. Да, я тоже думаю, классно. Ребят, здесь все пожгли, все сгорело, здесь постоянно пожары. Вот мы ехали, там тоже были пожары. Так что я думаю, у всех гудит, у всех все гудит. Так что мы найдем. Сережа, иди наливай. Ладно, Кинг у меня тоже там что-то ищет, ребята. Надеюсь, он у меня тоже что-нибудь найдет. Ну что, Рустам улыбнулся, удача. Но говно. Ну да, двушка серебром, 1841 год. Ну что-то кто-то ее молотком немножко пошибал. Расплющили зачем-то. Да, какие-то рукоблуды. Так назовем. Ну, что ж, продолжаем. Ну что, ребята, ночной коп продолжается. Там Рустик визжал в кустах. Нашел двушку с серебром. И у меня Асечка. Ребята, я Аську поставил. И третий сигнал, который выкопал, это трешка Николая. Смотрите. Хороший бодрый сохран. Ай-яй-яй. Даже год можно разглядеть, да? Ну-ка. Не знаю, год пока не разглядеть, но супер, супер. Аська чемпион. Ёж твоя налево. Ладно. Зачет, я не пустой. Класс. Ну что, дамы и господа, все копаем, одни фонарики вокруг машины. Вот недалеко ушли. У меня вторая монетка. Трешечка 1952. Ранний совет. Всегда приятно находить. Сигналов просто тьма. Все выгорело. И теперь ходить можно где угодно. Это раньше была трава, кусты непролазные. Ну вот трешечка, в принципе, отмоется, да. Она как бы вот под фундамент. И с краешку вот здесь фундамент был. Отлично. Забираем, идем дальше. Конкуренция сегодня большая. Ребята, вы никогда не угадаете, что я нашел. О, медалюха. Так. Сейчас попробуем прочитать. За взятие Кёнигсберга. 10 апреля 45-го. Офигеть вообще. Это прям не глубоко лежало. Здесь фундаменты поднялись чуть в горку от поля. От огорода вон один фонарик у нас. Вон там другие ходят. Ну а что, пойду. Похвалюсь. А сейчас давайте вам расскажу об этой медали. Многие даже и не знают, что такое Кёнигсберг. Кёнигсберг – это сердце Восточной Пруссии. Город-крепость, укрепления которых возводились с 13 века. В 19 веке крепость была перестроена и была одной из самых неприступных в Европе. Все мы знаем Брестскую крепость. Это что-то подобное, но в разы больше. К примеру, Брестская крепость насчитывала 9 тысяч защитников, а вот Кёнигсберг – 130 тысяч. Вот теперь вы чувствуете масштаб. Советские защитники защищали крепость 32 дня. А вы знаете, сколько оборонялся Кёнигсберг? Если да, пишите в комментарии. А если нет, то в конце об этом узнаете. Итак, поехали. 9 июня 1945 года была учреждена медаль за взятие Кёнигсберга.
единственная медаль, учрежденная не в связи со взятием или освобождением столицы, а в награду за взятие города крепости. Кёнигсберг окружали три оборонительные линии. Первая линия – 15 фортов, соединенных линией дотов, дзотов, траншей. Гарнизоны фортов были способны организовывать сплошную линию огня вокруг города. Вторая оборонительная линия – общественные здания на окраинах Кёнигсберга из камня и железобетона, приспособленные для ведения огня. Третья линия – весь центр города. Ее основой были укрепления городской цитадели с мощными фортами, разветвленной системой подземельных коммуникаций, рвами, валами и искусственными водными преградами. Гарнизон крепости насчитывал до 130 тысяч человек, 4 тысячи орудий и минометов, сотни танков и штурмовых орудий. Около 200 самолетов прикрывали Кёнигсберг с воздуха. Советские войска насчитывали примерно такое же количество солдат, но боевая техника и по качеству, и по количеству значительно превосходила. История прямо аналогична, как и в Бресте, только теперь все наоборот. Ожесточенные бои продолжались 4 дня. 9 апреля гарнизон крепости капитулировал, враг потерял до 42 тысяч убитыми и около 93 тысяч пленных. Потери советских войск значительно меньше, учитывая то, что приходилось штурмовать крепость, а в таких случаях потери превышают обороняющих. Итого за всю операцию 9230 убитых и 34 тысячи раненых. Операция была подготовлена и проведена не числом, а умением. Наступательная операция по прорыву Кёнигсбергского укрепленного района и штурма города крепости была проведена силами 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Василевским. В память штурма и взятия Кёнигсберга, после переименовался в Калининград, была учреждена наградная медаль. Автор проекта медали – художник Кузнецов. На 1987 год медалью награждено около 760 тысяч участников боевых действий в Восточной Пруссии. Медалью за взятие Кёнигсберга награждаются военнослужащие Красной Армии, военно-морского флота и войск НКВД, непосредственные участники героического штурма и взятия города-крепость, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города. Возможно, владелец этой медали где-то в этом списке. Вот теперь мы понимаем и осознаем, что это не просто медаль, а медаль пропитана смертью и кровью. Вечная слава героям Великой Победы, вечная память героям. Надеюсь, вам понравился вот такой небольшой исторический очерк. Если да, то с вас лайк и комментарий. А сейчас возвращаемся на КОП. Будет интересно. Итак, ребята, привет! Начался новый день, у нас ветер. Пацаны в лагере лечатся. У нас приехал Михалыч. Поднял несколько находок. Я зацепился за один фундамент. Зацепился интересной находкой. Вот такой вот екатериновский пятак. Когда он был, ребята, в земле, когда он был грязный, он был шикарный. Но когда я его немножко почистил, вы сейчас увидите и будете в шоке. Ребят, смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот он, этот пятак. Поле сгоревшее. Ходим. Вот он, пятачок. Вроде неплохой, да? Но когда почистил его после грязи, смотрите, что получилось. Бах! Вот такой вот огрызок. Да-да-да. Вот такой. Печаль печальная. Помните, да, как я аналогичную крупную монету поднял с тремя дырками, кольцевик, пятак. И вот тоже печалька печальная. Ладно, ходил я сейчас за камерой, тоже немножко подлечился с пацанами. Кингу вон сладкую косточку взяли. Вот. И вот здесь вот, ребят, у меня находка. Пришлось за камерой бежать.
И это у нас, ребята, 1/2 копейки. 1899 год. Николай II. Вот так вот. Буду здесь, наверное, на этом фундаменте. Если будут хорошие находки здесь, буду продолжать и пацанов позову. Вот, так что вот так вот пока. Неплохо, неплохо утро начинается. Итак, ребят, вот в этой ямке выпал кругляшок. Кругляшок 24-й год, 2 копейки. Ну, сохранчик, я вам хочу сказать, неплохой. Хороший, хороший. Зачетный. Сигналов здесь много. Достаточно много. И глубокие есть сигналы. Но копаю пока четкие. Потом гвоздик включу и буду еще проходить внимательней. Зачетно, зачетно. Кинг, ты покушал? Аккуратно. Вот, так что ладно, зачетно. Итак, ребят, продолжаю ходить все по одному и тому же фундаменту. Он достаточно большой оказался. И вы знаете, монетку я уже в руки брал. Тер. И как вы видите, белый металл. И очень приятно то, что это чистое серебро. 1872 или 73 год. Ну, это серебро. Царское, чистое, не белончик. 15 копеек. Зачет. Классно. Уже полчаса хожу по этому фундаменту. Находки радуют. И мы будем дальше ходить. Зачет. Поля, ребята, подгорели. Здесь каждый год практически сжигают. И это нам на руку. Меньше клещей. И очень приятно ходить, верховые собирать. Ребят, стараюсь прятать камеру от ветра. Ветер сильный. Вот. Вот такая вот выскочила пуговка. И очень интересно то, что это пуговка на пушках. Орлянка на пушках. Нечастая вещица. Если я не ошибаюсь, у меня вообще первая за все время орлянка на пушках. Вот, так что вот так вот. Зачетно. С ушком. С ушком. Сразу видно, что домовой сохран. Видите, да? Пойдет. Вообще класс. Класс, класс, класс. Там он Михалыч зашел. Вон там он. И он кричал, что поднял пятак. Что за пятак? Николаевского образца 1876 что ли, года. Так что вот. Но мы пока с екатериновским пятаком. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят, очередная монетка, и я уже издалека вижу, что это серебро. Вот такая серебрушечка. 15 копеек. 1923 год. Вот такая вот красавица. Сохранчик хороший. Очень хороший. Прикольно? Зачетно. Вот. С Михалычем рядышком. Кстати, ребят, у Михалыча здорово-здорово. Тоже, ребята, ваниш появился. Ваниш. И у него находки хорошие. Чуть позже покажу. Ну, а у меня вот такая серебрушка. Зачет. Класс. Ну что, Илюха с сыном отличились, да? Санек, ну расскажи, как ты ее нашел? Шел, шел, сигнал, да? Пипы тут. Начал копать, папка подбежал, да?
все подошли, и вот она нарисовалась. Долгожданная, блин. Двуглавый орельчик. И деньга. 51 год. 1751. Зачет. Зачет. Ну все, Илюха не уезжает, да? Я остаюсь. Я буду здесь жить. Ну все, поздравляю. Итак, ребят, вон там у нас молодой комрад Сашка поднял деньгу. Опять он объегорил своего отца. И вот у меня тоже, смотрите, монетка. Монетка царская, копейка. 1900 какой-то год. Третий вроде. Второй. 1902. Ну, неплохой такой. Зачетно, зачетно. В общем, бригада ух там, на фундаменте. А я все кружусь по этому фундаменту. Зачетный, между прочим, если его разработать, я думаю, находки будут. Будут. Но спина у меня болит, ребята. Ладно, верховые пока пособираем. Ребят, копейка. Иду, иду. По чьим-то следам, прямо в аккурат. И вот смотрите, выпала монетка. Скорее всего, двушка. Двушка. 24-й год. Зачетно, сохран хороший. Двушка 24-й! Вот так. Ай! А, молодцы! Пацаны там тоже на фундаменте стали монеты поднимать. Хорошо, я верховые, а они шурфят. Фух, ладно, продолжаем. Ребят, решил стенки подрезать, где рустик, где шурфил. И вот выпала очередная пуговка. Это у нас пуговка-орлянка. И уже третья, ребята. Третья. И сохранчик. Ох, какой хороший. Ой, какой хороший. Блять, я бы зашурфился, блядь. Да его надо, да, зашурфить. Потому что находки прут и прут, ребята. Прям сплошь и рядом. Ладно, поживем и видим. Итак, ребята, время уже вторая половина. И вот знаете, многие, наверное, местные жители могут подумать, или что, то, что здесь все горит, что это рук дел кладоискателей. Нет, ребят, это рук дел местных. Вот в данном случае при нас сейчас были два очага. Зажгли за моей спиной, как вы видите, все горит. И впереди вон там он тоже. В общем, ребята, это все делается местными жителями для того, чтобы, я даже не знаю, весь кустарник весь сжечь. И вот такая вот плачевная ситуация. Плачевная. Куда смотрит природоохрана, не знаю. В общем, вот так вот, ребят, происходит. Все это я зафиксировал на видеоотчете, так что машина была Приора, а, десятка с прицепом местные. Так что ладно. Ну а мы, если что, откопаем, покажем. Ребят, комрад подъехал поздороваться, ну и похвастаться, ребята. Одна из приятных находок. Вот такая царская пряжка. Причем все зацепы на месте. Да. Прям как новая будет. Я здесь находил, только у меня домой привез, и эти вот отвалились тут же. Тоже хорошая, и вот дальше там шурфили. Вообще классно. Ну, вот 4, наверное. Это одна из сегодня приятных находок. Капуста. Дальше капуста. Серж, на, подержи, Серж. Ну, капуста это банально. Да, двушка низкопрофильная. Низкопрофильная двушечка. Ну, довольно-таки неплохого сохрана. Алексашка второй. К сожалению, будет умрет, да. Умрет. Копеечка 40-го на каком-то шурфе прям сверху. Ой, лежала. Прям хорошая сохранчик. Я, кстати, люблю по шурфам. Не у всех все монеты выбирают, и вот ходишь и. И вот, он и самый, вот сегодняшняя, да, ребята,
бомбочка. Вот такой вот серебряный Николай. Полтинник. 1897 год. Отчет. И пятак, 1881 год, к сожалению, с утратами. Так, ну, крестик. Крестик, потом... конина. От перстенька серебряный, да, серебряный. Угу. Ну, пищал хорошо. Серебряный. Ну и какие-то вот какие-то люверсы. Непонятно. Вообще, вообще зачем? Ребят, ну вот как надо копать примерно, да? Потихонечку. Прям еле-еле я хожу. Что за прибор? Фишер 75. О, ребят, Фишер 75. Один из самых лучших. Единственный в своем роде профессиональный. Ладно, ребят, посмотрим, может, тоже туда сейчас свалим. Ну что, ребят, время подходит к своему завершению, и комрады стали потихоньку разъезжаться. Сейчас Диман уезжает. Все, Диман, пока. Счастливо. Ну, у нас еще бригада ух работает до двух. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще семь машин. Восьмая уезжает. Все, Дим, счастливо, спасибо за совместный коп. Ай, находки я его не показал, ёпте. Ну, ребята, вот такая сопутка. Комрад, ребята, сопуточку с собой. Смотрите, как... Ну, а что, пару тысяч, я думаю, это... Какой пару тысяч, ёпте, здесь побольше будет. Здесь нет. Килограмм 200-то есть. Ну, 200 умножить на... Я сначала в этот, в мешок. Потом, когда вот на этот напал, блин... Тысячи на 4 загрузил. Краса, я заберу. Дорогу отбил. Да, да, дорогу забил. Вот так. Итак, ребят, солнышко садится, и комрады потихоньку уезжают. Вот пришло время показать находки Михалыча, которые в процессе, как откапываются, я вам не показывал, но обзор обязан. Итак, 24-го, двушка 24-го, по затем у нас Александр I, царица полей, капуста. 5 копеек 1868. Ну, для этого года вроде сохран неплохой. Двушка хорошая, вообще 1870 будет хорошая. 2 копейки серебром 41. Не знаю, как почистится, но Михалыч у нас мастер. Низкопрофильная двушка, тоже в окислах. Затем и поменьше номиналом, по советам, пятак 30, пятак 54, 26 и этот пятак после 61 года. Вот так вот Михалыч сегодня откопал, я думаю, неплохо. Ну а сейчас потихоньку к находкам других комрадов. Ребят, находки молодого комрада, Санек. Батя у него сегодня по нулям. А вот сынулька у него сегодня красавчик. Вот такая вот царица полей, 2 копейки александровские. Вот. Вроде как будет неплохая. Самое, что интересно у него, вот такая деньга, единственная сегодня, 1761 год. Сохранчик хороший, хороший. 51, да? Угу. Вот. Ну и советики. Копеечка, год не знай, и пятачок. 45-й копейка. 30-й пятак. 32-й пятачок. Или что это? 30-й. 32-й. Чего я не вижу? Да, 32-й. Вот так вот. Шмурдяк он тоже с собой забрал. Ну, пацан есть пацан. Вот такая вот ложечка из игрушечного сервиза. И вот такая вот Толя. То ли значок, то ли манжетница, или как она еще называется. И царская вот вроде как пломба. А, ну да, что-то прорисовываются какие-то надписи. Вот так вот у нас молодой комрад сегодня отличился. Ну и следующее по возрастанию, Серега. Вот, ребят, бороды вот этой вот. Вот это. Самое первое, что у него выскочило вчера ночью. Не первое. А что у тебя первое выскочило? Первое я открыл вообще сезон. Вот. Копейки. 3 копейки. А, нет, вот это. 3 копейки. Вот здесь поднял. Что это за каком? Копейки Николаевский. Копейки Николаевский, да? Вот такая вот у него тоже красавица.
Это надо же над ней так поиздеваться, чтобы вот получилось в виде тарелочки. Вот, Николашка. 2 копейки. Ну, самое ценностное, ребята, вот такая вот медаль у него сегодня. Ночью выскочила. 10 апреля 1945 год. За взятие Кёнигсборга. Хорош, хорош. Тираж невысокий, небольшой, так что медаль действительно эксклюзивная и в коллекции нечастая. Ну вот самая сегодня вкусняшка, я считаю. Класс. Ну и перешел, ребята, обзор моих находок. Эти находки были подняты именно сегодня. Вчера ночью была только одна трешка 1912 года. Следующая, сегодня самая первая, это вот такая вот печалька выскочила. Ну и потом пошли череда находок. 2 двушки 24-го, двушка 1908-го, 4 по копейке, советики, вот этот хороший сохранчик, очень хороший сохран. Вот, и 2 серебра, 2 пятнашки 23-го года, и это 1873 год. По сопутке сегодня тоже порадовало вот это вот. Это у нас орлянка на пушках. И у меня в коллекции такой нету. И это очень приятная находка. Также 2 еще одни орляночки. Вот тоже приятный такой. Смотрите, какой сохран. Ай, вообще классный сохран. Вообще чудо. Вот. И крестик печальный. Ночью тоже был. И вот это тоже, я предполагаю, что это связано с церковной, наверное, утварью, потому что имеется частичная эмаль. А синяя, белая. Вот тоже, наверное, что-то из церкви связано. Вот. И это Нива. И это Нива. И вот это красавица, шедевр автомобиль отечественного автопрома. Останутся еще на одну ночь. Но мне нужно уезжать из-за того, что, ребята, у меня в квартире ремонт. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать сегодняшний выход. Отдохнули классно, приехало достаточно много народу. Кто-то приехал познакомиться, отдохнуть, кто-то покопать и что-то найти. Было море водки, пиво таз, как говорится, мясо было в изобилии. Даже Кингу перепало очень хорошо, сырое мясо, ребята, рагу он перестал есть. Вот, так что сегодня с находками оказались все. Надеюсь, все, кто присутствовал сегодня на копе, получили огромное удовольствие, так же, как и я. Всем спасибо, пацаны, кто приехал, кто все-таки нашел время с нами встретиться, познакомиться. Сегодня были новые комрады. Вот, так что, оказывается, даже, ребята, 2 комрада встретились, они живут, оказывается, в соседних домах. Представляете, ребята, в соседних домах в Самаре. Ну и на этом, ребята, все. Все. Я спешу домой заниматься электрикой. Я бы остался еще, но, к сожалению, нужно делать дела. Отдохнули немножко, ну и дела нужно тоже делать своевременно. Так что на этом и все. Всем пока. До новых встреч на Кобе.